Сегодня в городе над Бугом прошло оперативное совещание Брестского управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей районных подразделений, а также структур, сотрудничающих с ведомством. За короткий срок, прошедший с момента образования комитета, была проведена немалая работа как в части урегулирования рабочего процесса, так и в части проведения экспертных исследований, а также налаживания контактов и сотрудничества с иными организациями. Стараемся находить пути решения каких-то наших вопросов, проблемных вопросов взаимодействия, в том числе вопросов межличностных вопросов, урегулирования каких-то спорных ситуаций между сотрудниками, которые пришли из разных служб и подразделений. Потому что здесь сегодня объединены сотрудники как в погонах из разных силовых министерств и ведомств, так и сотрудники гражданские. Есть вопросы, но все люди адекватные, умные, грамотные, поэтому больших проблем с их акклиматизацией, в общем-то, нет. Процесс формирования нормативно-правовой базы, материально-технического оснащения и организации судебно-экспертной деятельности – занятие непростое и требующее больших усилий. Но на результативности работы экспертов не самое простое время становления не отразилось. Их профессионализм и высокое качество работы было отмечено и на состоявшемся оперативном совещании. Брестское управление – одно из лучших в стране, и главная задача сегодня – не останавливаться на достигнутом. Есть много направлений, на которое в этом полугодии мы не столь внимательно обращали внимание. Первоочередное было нам сформироваться, обеспечить в первую очередь органы уголовного преследования теми знаниями, теми экспертизами, которые от нас ждут в первую очередь. Какие-то вторичные вопросы надо будет подтягивать и надо над ним будет работать. Управление комитета судебных экспертиз по Брестской области – организация одновременно и молодая, так как образована менее года назад, и очень зрелая, так как работают тут люди, которые уже давно и плодотворно занимаются установлением истины ради справедливости и подходят к своему делу ответственно и профессионально. Совокупность этих качеств и позволяет данному ведомству уверенно говорить о настоящем и с оптимизмом смотреть в будущее.